Письмо Дед Морозу. Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе Васька из Минска. Мне 45 лет. Дорогой Дедушка Мороз, мне от тебя ничего не надо. Ответь мне, пожалуйста, кто тебе каждый год пишет? Какая вошь? Прям, ух, не знаю, как помягче даже сказать. И просит всегда подорожание коммуналки, подорожание в общественном транспорте. И почему каждый год ты исполняешь именно его желания? Дорогие подписчики и зрители моего канала, хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом, 2022 год Тигра. Хочу пожелать каждому из вас счастья, здоровья, всего вам самого хорошего, чтобы все самое плохое и негативное вы оставили в этом году, все самое прекрасное, хорошее и замечательное вы с собой взяли в 2022 год. Еще раз хочу сказать, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всего вам самого прекрасного.